Нас пригласили в администрацию Тюменского района. Сказали, что Владимир Владимирович Якушев выделил денежные средства на приобретение жилья нашей семье по коммерческому найму. Во-первых, у нас есть федеральный закон о защите прав инвалидов. Жилье нам полагается по социальному найму. Коммерческий найм подразумевает собой, что нас могут выселить, могут расторгнуть в одностороннем порядке, подселить к нам могут кого-нибудь. И заботясь о правах моих детей, я, конечно, беспокоюсь и хочу, чтобы нам законно выдали все, что положено по социальному найму.